Как один тренер пришел и белый пояс одел. И ученики подумали, о, наш тренер одел белый пояс, а у него там какой-то 8-й или там 10-й дан был. Это очень высокое в боевых искусствах мастерство. И он вдруг с белым поясом. Белый пояс – это новичок. А ученики многие были тоже с данными, там, со вторым, с третьим, с пятым, но ниже его. А это как минимум черный пояс, и там всякие еще прибабахи, которые говорят о данах там, о всем. И они подумали, ну если наш гуру уж одел такой белый пояс. И они все сняли пояса и тоже белые одели. Ну, чтобы как минимум, так сказать, чтобы мы тоже, раз гуру новичок, значит, и мы смиренные, мы тоже новички. И он, когда пришел на тренировку, он увидел, и он им сказал, вы что, дураки, подумали, что я до вашего уровня, что ли, опустился? Он говорит, я просто перешел полностью на мистический уровень, и в нем я новичок. Вот когда вы достигнете 10-го дана, тогда вы, может быть, оденете белый пояс. Я, то есть, выше вас уже намного стал. Но я не в соответствии с вами мерю своего, что я новичок, а в соответствии с той областью высочайшего мастерства, которая вам еще даже недостижима. И они тогда одели все свои пояса опять. То есть они-то подумали, что он до их уровня скатился. До ложного смирения какого-то. Нет. Это новый этап. Поэтому не думайте, что вы откатились, если вы вдруг начинаете сейчас пересматривать свое поведение и вдруг видите недостатки. Это наоборот очень высокий уровень. Что вы опять начали с нового, с того, с чего начинали, но уже совершенно в другом свете. Это очень высокий прогресс. Прабхупада говорит, вернуться назад и начать в сознании Кришны, это и есть духовная жизнь. Вернуться назад и начать с сознания Кришны. Вернуться назад. Начинать читать маленькие книжки, но уже совершенно в другом сознании. Начинать завязывать тхоти совершенно в другом сознании. Повторять отношение к мешочку и держать его выше пояса, мешочек, а не ходить внизу. Или держать возле гениталиев, или за спиной руки. И так далее. То есть все с самого начала, но совершенно по-другому. Совершенно в другом настроении, в другом сознании. Это очень высокий прогресс. Очень высокий прогресс. Потому что все, что делали до этого, делалось как? Материально. Невнимательно. Со своими представлениями. Совершенно с другой платформы. Абсолютно с другой платформы. Поэтому иногда человек преданный боится. Как? Ну что, столько лет и опять все заново. Да, заново, но совершенно в другом сознании. Как вот этот тренер с белым поясом. Это не значит, что вы опустились до уровня прихожан. Это означает, что вы перешли на другой уровень, который для них еще недостижим абсолютно.